Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2. Урок 20. Составляем выражение. Прямоугольник состоит из двух треугольников – синего и красного. Следовательно, прямоугольник равен синий плюс красный. Поменяем местами. Прямоугольник равен красный плюс синий. Прямоугольник – это целое, треугольник синего цвета – это часть, треугольник красного цвета – это часть. Найдем часть, то есть синий треугольник равен от прямоугольника, от целого, отнять его часть – красный треугольник. Красный же треугольник, часть данной фигуры, будет равна от целого, от прямоугольника, отнять синий треугольник, отнять его часть. Итак, мы нашли взаимосвязь, увидели сложение и вычитание, находили часть по целому и целое по его частям. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.